нет, улетел по делам. Хорошо, хорошо, обязательно передам. Землетрясение! Что случилось? Наводнение! Внимание, внимание! Сигнал подан ошибочно. Сигнал подан ошибочно. Отбой. Повторяю. Внимание, внимание! Сигнал подан ошибочно. Сигнал подан ошибочно. Отбой. Хотя сигнал и был подан ошибочно, все вывели себя неправильно. Услышав сирену сигнал «Внимание всем!», надо включить телевизор. А я выключил. Хм. Ну и что передавали? Зарядку. Переходите к водным процедурам. Вот и плескался бы на здоровье. Итак, включить телевизор, радиоприемник и слушать сообщения о грозящей опасности и порядке действий. Вот вы что делали? Прятались от наводнения. А ты что делал? Спасался от урагана. Ну а ты что делал? Я-то? Я действовал верно. При землетрясении сразу галопом прочь из дома на открытое пространство. Итак, в каждой опасной ситуации следует без паники выслушать, что нужно делать, а потом... Делать то, что выслушал. Поспешишь, зверей насмешишь. Выходить поперек ветра! Беги туда, поперек ветра! При всех видах пыли используются ватно-марлевые повязки, противопыльные тканевые маски, респираторы и противогазы. Надо вот так.
теперь правильно. Филин слушает. Что? Угроза затопления? Внимание всем! Говорит штаб гражданской обороны поселка Лесной. В связи с повышением уровня воды в реке Тихой, возможно наводнение. Собрать необходимые вещи, взять документы, продукты питания, воду. Воду при наводнении. Так она же будет грязной. Отключить электроэнергию, газ. Листать всех наверх. Говорил же не брать громоздкие вещи. А ну, взяли. Так, подручное плавающее средство есть. Запас питания тоже. Документы собирала. Свои. Все! Фух! Объявляю всем благодарность. Отбой!